чего мне видно за свет? Добрый вечер, дорогие друзья. Что вы пришли поддержать нас, послушать нашу музыку, авторскую музыку. Пусть вас немного, но самые преданные зрители. Это очень приятно. Мы начнем буквально через пару минут. У нас будут технические моменты, включение видеокамер. Вот. И мы начнем. Сегодня вкратце расскажу, я представлю музыкантов. Антон Залетаев, саксофон и флейта. Саша Горов, гитара. Александр Горов. Петр Ившин, барабаны. И Григорий Зайцев, контрабас. Меня зовут Алексей Рубин. Я буду играть сегодня на рояле. И пару песен на родос сыграем. Вот. Первая композиция, с которой мы начнем наш, откроем наш концерт, это авторская вещь. Как я уже говорил, вся музыка будет авторская, будет всего лишь два джазовых стандарта. И одна будет авторская композиция, но не моя. Нашего саксофониста замечательно, я потом представлю ее обязательно назову. Вот, а начнем мы с моей вещи, которая называется Underground, что в переводе означает подземка или метро, кому как больше нравится. Underground. Thank you.
композиция, которая называется Underground, подземка. И следующим номером нашей концерта прозвучит композиция, которая называется «Мелодия или песень для Карины». Вот, я ее когда написал, она мне по мелодике и по гармониям очень сильно, до сих пор даже напоминает, так скажем, грубо говоря, саундтрек французскому фильму. Не знаю почему, у меня ассоциации такие складываются. Вот, может быть, у вас будут другие совершенно ассоциации, но посмотрим. В общем, композиция «Мелодия для Карины». Thank you.
Спасибо большое. Это была песня для Карины. А следующая композиция, которая прозвучит, это будет джазовый стандарт из замечательного мюзикла «Звуки музыки». Написал его Ричард Роджерс. Композиция называется «My Favorite Things» – «Мои любимые вещи».
композиция «Джаги Стандарт» Майка Кинс с Петровичем барабаном. Александр Горов, гитара. Антон залетает с саксофоном, флейте. Григорий Зайцев, контрабас. И прежде чем уйти на небольшой кофе-брейк, мы сыграем авторскую композицию мою. Это новая вещь. Вот, премьера ее состоялась 17 декабря. Замечательный январь. Извиняюсь, января. Да, совсем недавно, на прошлой неделе, в понедельник это было. В среду. Все, волнение, это все нормально. Да, мы играли в среду в замечательном концертном зале. Вот, и сегодня попробуем повторить успех. Композиция называется «Танго Гротеск». Thank you.
Сатан Гобратов. И мы уходим на небольшой перерывчик и вернемся минут через 10. Будет много интересного. Спасибо. Начинаем второе отделение нашего концерта. И первым, во втором отделении прозвучит композиция нашего саксофониста, флейтиста. Называется Short Song Away, или небольшая песня для Ольга. Эта композиция была написана, так скажем, посвящение написано замечательному саксофонисту, американскому Уэйну Шортеру. Короткая песня для Уэйна. Thank you.
спасибо большое. Это была композиция Short Song for Wayne, небольшая песня для Уэйна, Антона Завитаева. А сейчас мы сыграем композицию мою, авторскую. Называется она Life's Pendulum, в переводе «Маятник жизни». Thank you.
Thank you.
вещь. И сегодня, на сегодняшний день последняя авторская композиция. Называется Last Words. Последние слова. Баллада. Медленная баллада. Last Words. Последние слова.
заключительная называлась Last Words, последние слова. Ну, к сожалению, наш концерт уже подходит к концу. И в заключении концерта мы хотели сыграть вещь одного венесуэльского пианиста. Он уже американец, в Нью-Йорке живет. Эдварда Саймона. Называется «El Parandero». Ну, на русский переводится типа что-то вроде «тусовщика». «El Parandero». Эдвард Саймон. Thank you.
Thank you.
замечательные музыканты. Это же, конечно, Гриша Зайцев, контрабас. Гриша Зайцев. Петя Ильин, барабан. Александр Гринов, гитара, тоже барабан. Антон Залетаев, клейки, саксофон. Антон Залетаев. Меня зовут Алексей Любимов. Спасибо всем, кто был здесь. Спасибо.